Почти 2,5 века назад, 7 июля 1770 года, во время русско-турецкой войны, наш земляк Дмитрий Сергеевич Ильин совершил подвиг, определивший исход войны. Потери русского флота составили 11 человек против 11 тысяч турецких моряков. Спустя почти 100 лет на могиле героя в деревне Застижье Лесного района установили гранитный памятник. Конечно, большое воспитательное значение имеет. Это вот так, это даже так представить сложно. Это ж уничтожить фактически эскадру целиком, благодаря вот этому подвигу. Он поджег флагманский корабль, а потом сам погибла из-за этого вся турецкая эскадра. И тем самым повлияло на ход и исход русско-турецкой войны, это сражение. Сейчас моряки тоже бывают в тех широтах и в Средиземном море. Этот подвиг совершен в Эгейском море. Конечно же, влияние, я думаю, что большое. И этот подвиг не забудется. О важности этого события давно говорили общественники, историки и все жители Лесного района. Благодаря их усилиям удалось сохранить и восстановить памятник Ильину. Все эти 30 лет шла работа, непрерывная работа. Работа в общественных организациях, работа с музеями, работа с областным парламентом, с Государственной думой. Но все-таки в первую начали работу лесновчане. Простую реставрацию памятника, обустраивалась прибрежная полоса, все это руками лесновчан. Общественные объединения активно поддержали депутаты областного парламента. В 2010 году была подготовлена законодательная инициатива в Государственную Думу по включению даты Чесменской битвы в перечень Дней воинской славы России. В этом году 243-я годовщина Победы впервые отмечается в таком статусе. Хотел бы особо отметить, что вот опыт Лесного района в сохранении вот традиции, памяти, он, конечно, бесценен, потому что здесь все, фактически все выпускники школ Лесного района, конечно, знают о своем земляке, и нам надо сделать все, чтобы о нашем герое Дмитрии Сергеевиче Ильине знали без исключения все жители, особенно молодое поколение нашей Тверской области. Под залпы из стрелкового оружия на водную гладь Застижского озера был спущен венок в память о всех моряках-героях российского флота. Марина Евстрасия, РЕН-ТВ «Пилот».